Сейчас ребятишки болеют много, маленькие дети болеют достаточно тяжело. Больница на сегодняшний день, в которой госпитализируются дети с острыми респираторно-вирусными инфекциями, заполнены. Поликлиники сегодня работают в очень напряженном режиме. Количество вызовов за последнюю неделю возросло кратно, преобладает грипп. На сегодняшний день мы в своей больнице зарегистрировали 90 случаев гриппа. На сегодняшний день на койках лежит более 20 человек с подтвержденным диагнозом грипп. По типам вируса гриппа на сегодняшний день регистрируются у нас в лабораториях. Это разновидность гриппа H1N1, или, как его называют еще, свиной грипп. Это один из самых серьезных штаммов гриппа, который вызывает тяжелые последствия, особенно опасен для беременных женщин и для детей раннего возраста. И те вакцины, которые мы использовали в этом году для профилактическая вакцинация против гриппа, они как раз действуют в том числе и на этот штамм. Поэтому самая лучшая защита от гриппа – это тоже вакцинация. Мы регистрируем ежедневно небольшое количество случаев коронавирусной инфекции, но если посмотреть полностью пейзаж сегодня по коронавирусной инфекции, то это легкие формы. Очень мало сегодня пациентов, которые болеют тяжело, и это в основном остаются только пожилые люди с достаточно серьезной фоновой патологией.